Получение паспорта – один из важных шагов во взрослую жизнь. Для 14-летних омских школьников, которым главный документ гражданина России вручил временно исполняющий обязанности губернатора региона, еще и незабываемые впечатления на всю жизнь. В список тех, кто получил паспорт в день Конституции, вошли 29 ребят, добившихся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Глава региона не просто передал юным гражданам их документы, но и сказал напутственные слова, а также пожелал внести свой вклад в развитие региона и страны. Не забывать истории. У нашей страны славная история, славные герои и, самое главное, славное будущее. И вот здесь основная роль будущего нашей страны принадлежит вам, молодому поколению, которое сегодня только начинает свой путь в большую жизнь. Но я хочу отметить, что все здесь сидящие молодые люди и девушки уже имеют достижения. Кто в учебе, кто в спорте, кто в общественной, там, политической деятельности. Спасибо вам за эти результаты. И поверьте мне, все, что вы сегодня делаете, все пойдет на благо вам завтра. Это был очень волнительный момент для каждого школьника. С получением паспорта каждый из них стал еще в большей мере ощущать ответственность за судьбу своей малой родины и страны в целом. Все 14-летние подростки мечтают, чтобы день получения паспорта запомнился в их жизни навсегда. Наша мечта сбылась. Мы получаем паспорт в торжественной обстановке в день, когда наша страна празднует День Конституции. Мы обещаем, что будем любить нашу родину и приложим все усилия для процветания ее, и будем нести ответственность за ее судьбу.